ну, настоящая кубковая игра. Да, у нас много не получалось, особенно в середине. Но, я говорю, ребята почувствовали, что такое именно напряжение вот этих игр плей-офф. Для них это будет большая польза. Как первая игра, так вторая были очень напряженные. Играли с очень хорошей командой, которая, я думаю, будет претендовать на чемпионство второй лиги. Смотрелись достойно. Ну да, сегодня немножко не получилась игра, но могли выиграть. Пенальти я не беру в расчет. Пенальти – это лотерея. Повезло, скажем так, больше Юни Никсалс. Команда два раза вела в счете в этом матче. Что не хватило для того, чтобы, может быть, увеличить преимущество в счете и довести до победного конца? Ну, я уже говорил, что я не хочу касаться самой игры. Мы проиграли просто подборы все, и тяжело отбиваться, по сути, все, скажем так, последние 20-30 минут без мяча находиться. В конце концов, это и сказалось, что мы пропустили на последней минуте. А говорили ли что-то ребятам перед серией пенальти? Нет, просто спросил, кто себя хорошо чувствует, может пробить. Здесь что-то разговаривать, можно тренировать, сколько хочешь на тренировках пенальти, но это совсем другая игра и тренировка. Поэтому пенальти – это лотерея. Там к ребятам, которые не забили, никаких претензий даже быть не может. К сожалению, для Гомеля борьба за призовые места завершается, но будет еще матч за 5-8 место. Как будете готовиться, как будете настраивать? Обычно будем готовиться, отдохнем денек и будем уже готовиться к игре, будем стараться занять 5-е место. Для нас это большой плюс, что еще 3 игры у нас будет, не завершается сезон. Главное эту игру переварить и оставить ее здесь на поле и готовиться спокойно к следующей игре.